Від командної гри на волейбольному майданчику до дихальних вправ на пляжі. Понад 3 роки комунальне підприємство «М-спорт» заохочує маріупольців вести здоровий спосіб життя. Як обрати тренування до душі? За яких умов заклад допомагає містянам відкривати секції? Та як співпрацює зі школами? Жодне питання не залишиться без відповіді. Маріуполь. Тут варто займатися спортом. Тренування за власними правилами та можливостями. Торік маріупольці взяли участь в онлайн-марафоні «100 М-спорт Дей». Одним проєкт допоміг покращити фізичну форму, а іншим – скинути зайві кілограми, набрані під час карантину. Сьогодні у Маріуполі працюють десятки спортивних клубів. Популярністю користуються тренування з йоги. Нужен коврик. Не обов'язково навіть спортивний, просто от куди вийти. Можна вийти на пісочок, можна вийти в парк, на травки позаніматися. Можна позаніматися у себе вдома і, опять же, не прыгати, не бігати, не мішати сусідам. Позаніматися, і таким образом спорт становиться більш доступним для всіх, і нація становиться більш здоровою, життєрадісною. У заходах беруть участь як дорослі, так і юні маріупольці. Йога помогает им укрепить тело, укрепить точно так же кости. Вот, к примеру, очень помогает от плоскостопия. Вот большинство детей сейчас болеют плоскостопией, и вот йога как раз-таки способствует формированию правильной ножки. Раз, два, три, четыре. Умнички, пошли ножку за голову, закидываем. Спортивний клуб з художньої гімнастики – один з найпопулярніших у місті. Його відвідують близько 50 дітей від 3 до 12 років у Центральному та Лівобережному районах. Софія тренується вже 3 місяці. Каже, навіть за такий короткий час результати помітні. Я раніше ходила на танці, мені багато чого не вийшло, а зараз виходить вже. Розтяжка стала краще, переворот вперед почав вийшлося. Я вже участвувала в соревнованнях, 25 июня вони були. І зайняла 1-е місце в категорії 2009 год. Викладає дисципліну президентка Маріупольської федерації з художньої гімнастики Дар'я Плесакова. Каже, співпраця зі школами має багато переваг. Зокрема, це простора зала та інвентар. Гімнастика – це той вид спорту, який розвиває всі 5 фізичних качеств. І тому, наприклад, для дальнейшого якогось професіонального спорту мальчикам, там же борьба, бокс, якийсь професіональний спорт, їм дуже буде полезна гімнастика. Набор йде і іюнь, і июль, і август, і тому це дуже удобно і родителям. Желаючих дуже багато, і я дуже рада, що М-спорт робить доступний спорт. А це село Приазовське. З наступного навчального року у місцевій школі також працюватиме спортивний клуб для дітей. Святослав займається дзюдо та вже планує записатись на тренування. Це якби корисно і для здоров'я, і для інших речей. Накачування мишці останово. Такі проєкти стали можливими завдяки муніципальній програмі «Місто без околиць». Як тільки Маріупольський район був створений, дана гімназія в селі Приазовському перейшла в нашу компетенцію і було прийнято рішення розвивати дане направлення. Ми працюємо по багатьом школам, непосередньо по поселкам. Основна ціль – створити умови для розвитку спорту. Як змінилося спортивне життя міста за останні роки? Та яка мета у підприємства «М-спорт»? Відповіді далі. С 1 июня 2018 года мы стартанули. На конец года мы уже имели порядка 20 клубов. В нашем активе было проведено одно крупное мероприятие – это мемориал Макара Мазая. Мы подхватили это традиционное для города мероприятие, мы вывели на качественно новый уровень. Вот. И также провели порядка 20 мелких мероприятий, локальных по всему городу. Сейчас у нас порядка 80 клубов уже, в которых занимается порядка 4000 людей. Самые многочисленные клубы – это у нас клуб волейбола и это у нас клуб борьбы. М-спорт помогает организовать клуб, помогает обзавестись спортивным инвентарем соответствующим, помогает в аренде спортивной площадки либо спортивного зала. И администрирует этот процесс, естественно, ставит задачи. Главная задача – увеличение количества людей. Мы одинаково всех готовы снабдить там, мячами, скакалками там, и прочим инвентарем, но уже очень многое зависит от того, как выстроен процесс, насколько людям интересно туда ходить, какой у них был ожидаемый результат и что они получают на выходе.
Мы поддерживаем низовые инициативы. То есть не мы говорим, что мы будем открывать, а к нам приходят люди, громада Мариуполя, говорит, допустим, я вот активный, занимаю спортивную активную жизненную позицию, я хочу открыть клуб бега, у меня есть 20 единомышленников, пожалуйста, подписали договор, поехали. Исчерпывающую информацию о нас, о тех клубах, которые есть, обо всех условиях, можно посмотреть в соцсетях, Instagram, Facebook, плюс у нас есть сайт с интерактивной картой наших локаций, там клубы, контакты тренеров. Была договоренность с футбольным клубом «Шахтер» о том, что футбольный клуб «Шахтер» перерегистрируется в город Мариуполь, и, соответственно, с ним перерегистрируются все его налоги, которые он платит в бюджеты в тех местах, где он зарегистрирован. А это порядка там 180-200 миллионов гривен. Было условие от футбольного клуба. Они хотели бы, чтобы все их налоги максимально тратились на спорт в городе Мариуполе. И для того, чтобы эффективно управлять этим финансовым ресурсом, была создана компания «М-спорт». Это как новый этап развития спорта в регионе. Была сформирована команда, цель которой качественное управление финансовым ресурсом, развитие массового спорта, создание клубной системы. Это та альтернативная история, альтернативная ДЮСШ история, которую мы пытаемся создавать, цель которой, то есть что не покрывает ДЮСШ. ДЮСШ нацелены на результат, и ДЮСШ это дети там, от 5 лет и до 23. Все. А мы хотим, чтобы спортом занимались все и видели в этом не только результат, а процесс. Согласно стратегии развития спорта и в том числе спортивной инфраструктуры до 2030 года, есть обязательство полностью покрыть спортивной инфраструктурой все учебные заведения города. Соответственно, это и спортзалы, и открытые площадки. На сегодняшний день из 63 школ порядка 21 уже покрыто спортивными площадками наружу. В части отремонтированы спортзалы, но, как правило, мы стараемся заходить комплексно. Если школа уходит под капитальный ремонт, то мы участвуем в ремонте спортзалов и в ремонте реконструкции уличной спортивной инфраструктуры. Также мы закупаем мелкий спортивный инвентарь, штучный, который можно передать. Часть закупок мы реализовывали в рамках реализации проекта Junior Z. Там есть 6 видов спорта. Чирлидинг, бадминтон, питанг, фрисби, регби. С сентября мы запустим школьные лиги по этим видам спорта, потом сделаем опрос, получим обратную связь ближе к концу года, какие виды спорта зашли, возможно, их там еще усилим инвентарем. Ну и хотим на постоянной основе организовать школьные лиги там, по нескольким приоритетным видам спорта, которые наберут популярность в Мариуполе. Там тренируются детки с расстройствами такого характера, как детский церебральный паралич, аутизм. Вот. Основные тренировки происходят с футбольным мячом. Они больше направлены на работу в команде, на социализацию этих детей, улучшение координации. Ну, есть заметный прогресс. У нас хороший тренер, который там прошел соответствующее обучение. Хотелось бы, конечно, чтобы через несколько лет клубная система М-спорта стала самодостаточной. Условно, чтобы М-спорт исчез, но клубная система вместе с ним не исчезла, чтобы она не держалась на нем, как на костылях. Люди, они не должны ходить в клуб просто потому, что это на шару. Ну, это на самом деле неправильно. У них должна быть другая мотивация. А когда у них будет другая мотивация, они с удовольствием достанут там сравнительно небольшие 300-400 гривен в месяц для того, чтобы содержать своего любимого тренера и там раз в полгода там купить пару мячей там и заплатить за аренду зала. Вот тогда эта система самодостаточная, люди начнут объединяться в клубы. Классно, чтобы появились какие-то лиги, чтобы клубы потом между собой соревновались. Щороку сотні жителів долучаються до різноманітних секцій та тренувань. Можливо, саме ви закохаєте місто в новий вид спорту. Маріуполь – тут варто займатися спортом.